Постановлением правительства Республики Казахстан 28 июня в стране учрежден как День средств массовой информации. Мы поздравляем членов клуба журналистов при Акмолинской ассамблее народа Казахстана с этим профессиональным праздником и выражаем вам благодарность за тесное сотрудничество и активное освещение деятельности ассамблеи в средствах массовой информации. Благодаря вашей информационной поддержке жители области оперативно узнают из газет, телевидения о работе Акмолинской ассамблеи, КГУ Кугамдык Келесим, по укреплению дружбы, этнического согласия в обществе, развитию языков, культуры этносов, о наших новых проектах и благотворительных акциях этнокультурных объединений. В этот день выражаем особую признательность членам клуба Мякоте Александре Владимировне, Мечиновой Нине Ивановне, Яскановой Венере, Жакпаровой Олесе, Ким Светлане, Смогуловой Мадине, Яковлевой Наталье за плодотворное сотрудничество и широкое освещение работы Акмолинской ассамблеи народа Казахстана и ее структурных подразделений на страницах печатных и электронных СМИ. Дорогие друзья, надеемся, в год 25-летия Ассамблеи народа Казахстана клуб журналистов порадует общественность новыми интересными публикациями о деятельности областной ассамблеи, этнокультурных объединений. Желаем вам, коллеги, неиссякаемой энергии, новых творческих достижений и доброго здоровья!